Студия «Ночной такси» и компания «Бомба Питер» представляют программу «Рок-волна». Все новое и лучшее из мира русской рок-музыки в нашем эфире. Доброго всем вечера. Да, действительно, все новое и все лучшее только в программе «Рок-волна» на эфире «Шансон-24». Меня зовут Олег Грабко, я работаю генеральным директором и продюсером музыкальной компании «Бомба Питер» уже 22 года. 1 февраля мы отмечаем 22-ю годовщину компании, и таким узким кругом друзей, музыкантов, интеллигенции посидим в клубе «Манхэттен» на канале на Фонтанке 90. Это угол Фонтанки и Гороховой. Так что 1 февраля приходите, будут группы с нашего лейбла, хотя все, конечно, туда не влезут. Недавно, когда нам было 20 лет, я посчитал, что у нас больше 3500 групп было на лейбле. Не говоря уже, сколько там их альбомов и дисков. Я когда-то занимался этой статистикой, сейчас уже это просто стало неинтересно. Как-то само по себе все получается. И мы продолжаем выпускать музыку на всех форматах, на всех носителях. Ну, вот расскажу сразу, что в ближайшее время появится два мини-винила группы «Лето». Это известный суперпроект такой продюсерский, где играют музыканты Ленинградского рок-клуба. Саша Дусер из группы «Текила Джаз», Миша Егоров и Паша из группы «Колыбель» и «Марс». Ну и кроме того, там поют такие музыканты, как Вася Васин из «Кирпичей», Сережа Ефременко из «Машайдер Кунс», Александр Лушин из «Припинаков», Настя Постникова из «Иванова» и еще многих всяких разных проектов. Вот такой вот проект, который поет песни нашего детства. Ну, не нашего, не моего детства, я был уже взрослый, а многих из вас, наверное, дорогие слушатели, те, кто любит Ленинградский рок-клуб. Там песни групп «Кино», «Аквариум», «Аукцион», «Звуки Му» и так далее. Выходит двойной мини-винил на настоящем виниловом носителе. И все это можно купить в магазине «Плей» на «Караванный дом 1». Кроме того, мы издаем еще и компакт-диски. В конце прошлого года был издан вот такой вот замечательный компакт-диск Александра Бара. И Александр Бар в живом виде сегодня, вот в настоящем, у нас сегодня в гостях. Вот, Саш, покажи там на камеру, какой красивый диск мы выпустили в конце прошлого года. Может быть, кто еще его не успел купить, остатки его можно, опять же, найти на остатки тиража на прилавке магазина «Плей». А еще и вышел журнал, вот такой аудиоформат. Спасибо аудиоформату за обложку красивую с Александром. Ну и Саша вот у меня в гостях сегодня, давай поздороваемся. Да, здравствуйте, дорогие. Это вот одна из причин, что мы сегодня с Сашей встретились. Он из Москвы, он столичный гость у нас, и он сейчас будет петь арии московского гостя. А вторая причина вышла... «Рок-волна номер 3». Вот эта желтенькая пластиночка, тоже еще Аркадий Фрумин глаза вот вытаращил такие, первый раз видит эту пластинку. На самом деле это совместный проект Александра Фрумина, папы Аркадия, который сегодня у нас сидит за пультом, и, соответственно, «Бомбы Питер». Еще огромное спасибо April Sound, студии, которая нам помогает решать вопросы со звуком. Вот в этой волне, «Рок-волне номер 3» поучаствовала 17 музыкантов, в том числе Александр Бар. Еще из Москвы был Арсен Акопян, да, замечательный такой музыкант. Ты уже послушал еще всю «Рок-волну» посмотрел? Ну, я так посмотрел. Или только себя? Нет, очень много работы было, на самом деле, не успел все послушать. Была группа очень хорошая, мне понравилось «Сердце дурака» из, по-моему, Могилева, из Минска был группа... как, группировка «Беловежская пуща», этот фрик-проект Федора Михайлова. Ну и питерский. А, была очень хорошая группа из «Череповца», кукольный театр. И питерский Юлия Коган, многим известная, «Площадь восстания», Александр Заславский и так далее. Друзья мои, вот эта желтенькая пластиночка пока еще в ближайшие дни будет бесплатно раздаваться в магазине «Плей» на «Караванный дом 1». И там вы сможете увидеть Сашу живьем, а сейчас вы можете его даже, может быть, услышать через какое-то время. Ну, это вот такое интро небольшое. Всех с наступившими уже и старыми, и новыми годами. Наконец-то 2016 год для нас всех наступил, кроме китайцев. Ну, еще кто-то там позже будет отмечать. Но русские люди отмечают Новый год, начиная с католического Рождества, как мой друг Дусер Саша, как раз барабанщик из «Текила Джаз», говорит, 25 декабря выпил, 14 января проснулся. Вот русский Новый год. Давайте, отползайте уже от салатов с оливье, шампанского и водки, переходите на здоровый образ жизни. Но
Начну я сегодняшнюю программу еще немножко с грустной нотки, потому что 10 января весь мир попрощался с замечательным музыкантом, ну и, на мой взгляд, одним из величайших, конечно, музыкантов вообще нашего времени, Дэвидом Робертовичем Джонсоном. В народе его все знают Дэвид Боуи. Слава богу, что человек такой был на земле и что он много создал. Человек, который менялся от альбома к альбому, ни одной пластинки одинаковой нет. И все пластинки – это, конечно, веха какая-то в истории музыки. Давайте помянем его и послушаем песню из последнего альбома, который он успел выпустить 8 января, в день его 69-летия. Пластинка вышла. На сегодняшний момент она уже попала во все хит-парады на первое место. Я сразу ее скачал в iTunes. Ну и жду с нетерпением, когда появится винил. Конечно, сегодня Сережа Чиграков заходил к нам в магазин, тоже спрашивал, есть ли уже винил Дэвида Боуи. Но пока еще не довезли. На какой-то дохлой лошадке он к нам едет. Я надеюсь, что через недельку наверняка в плее будет и винил, и компакт-диск. Давайте памяти Дэвида Боуи послушаем песню «Лазарь».
Это «Рок-волна» большой силы. Да, друзья мои, это «Рок-волна». И вы слышали последнюю песню с последнего альбома Дэвида Боуи «Лазарь». И я надеюсь, что вам понравилось, несмотря на то, что она была на английском языке, и вы все поняли, про что она. У нас сегодня в гостях русскоязычный музыкант. Ты, кстати, на английском языке не поешь, да? Ну, нет. Не стараешься, и не надо, даже, да. Потому что будешь петь с акцентом. Yesterday, your bad trouble seems sort of far away. Александр Баранов сегодня в гостях. И причина какая, что он приехал из Москвы, потому что он довольно часто и плотно будет выступать в нашем городе. И это, кстати, хорошо. Во-первых, вышла пластинка. В принципе, это, ну, можно сказать, что это первый твой альбом, потому что предыдущий альбом такой был совсем демозаписью, и ты его будешь немножко переделывать, да? А вот этот альбом, который «Обреченность», подожди, мы еще назвали же проект с тобой, как раз пока делали этот альбом, назвали проект «Александр Бар. Группа «Заземление». О, «Заземление». Хорошее слово, мне очень нравится. Вот, это обычно так стаканы, когда, знаешь, чокаются, не заземляют, нельзя ставить на стол, пока не выпил. Это «Заземление» — это хорошо. Вообще надо, конечно, быть ближе к земле. Многие тоже. Гремячков пел, надо держаться корней. Угу. Как, кстати, твои корни? Скажи мне, из какого звука, из какого мусора, прости, из каких музыкальных пристрастий твое творчество? Кого ты любишь или любил в детстве, там, кого остался любить? Ну, на самом деле, учитывая мой возраст, мы тогда все застали... Такой стареющий юноша, я бы тебя назвал. Творчество, там, Цоя, там, Алиса, угу. Башвачёва. Ленинградский рок-клуб. В общем-то, да, все, что вот творилось в Ленинградском рок-клубе, это все, что я, в общем-то, слушал, и что тогда трогало, и что это, что было интересно тогда. В принципе, это вся жизнь тогда... Была музыка, вокруг все музыки крутилось. Слушай, ну ты москвич, была Ленинградский рок-клуб и Московская рок-лаборатория, возглавляемая Александром Борисовичем Градским. И вот ну, в Московской рок-лаборатории были «Центр», там «Звуки Му», «Вежливый отказ», «Браво», «Бригада С». Вот. Совершенно другая музыка, согласись, да, вот как бы вот Ленинградский рок-клуб и Московский рок-лаборатория, группы вот сразу как-то отличались. Ну, не знаю, или, может быть, это мы с тобой просто уже знаем. Дело в том, что меня москвичом можно условно назвать, это когда я приезжал все на родину, в Воронежскую область, в деревню, меня все называли москвичом, потому что, ну, москвич. Столичный чувак. Да, хотя я жил час только до этой Москвы, надо было доехать, но если возвращаться в современное время, я скажу так, что в самой Москве я достаточно редко бываю и не могу сказать, что прям таким желанием горю ходить сейчас смотреть в лица людей, потому что все такие напряженные. В основном живу у себя там в домике, в лесу, ну, в принципе, отшельником. Недалеко от Москвы. Я мог бы жить в любом месте совершенно, в том же Воронеже. Вот, просто так получилось, что... Ну, с тобой есть музыка, тебе не скучно, да? Мне хорошо, да. Первую песню с этого альбома Саша назвал «Обреченность», написал ее 20 лет назад. Вот расскажи историю создания этой песни, вообще про что альбом, в принципе. Ну да, обычно, когда эту песню слушают люди там в интернете или еще где-то, они сразу что-то слушают, что-то знакомое. И на самом деле эта песня, она посвящена вот нашим истокам, в частности, посвящена Виктору Цою. Это очень тогда для меня было очень все очень важно и серьезно. Я застал Цоя еще живым и полюбить успел его еще воспринимать еще живым. И как раз вот в этот момент все это так вот случилось трагически. И поэтому для меня вот этот очень близко все к сердцу я это все воспринял, и поэтому в старом творчестве очень много вещей, которые пересекаются каким-то образом и с соевским творческим, и, наверное, тексты немножко где-то там что-то. Где-то осознанно написано прям строки, посвященные Цою, в частности, вот этой песне. Поэтому она, в общем-то, немножко по энергетике похожа, именно как будто песня с тех времен, и действительно такое ощущение какое-то есть. Ну, давайте послушаем песню «Обреченность» из альбома «Обреченность», Александр Бар, группа «Заземление». И еще раз напомню, что пластинка продается в магазине «Плей» на Караванный дом 1. В гостином дворе есть она на Думской линии, в фирменном магазине «Бомбы Питер». Ну, а в остатках другой розничной торговли я не гарантирую, но спрашивайте везде, требуйте. На самом деле, сейчас все можно найти на сайте www.bombapeter.ru. Вы можете найти этот альбом, а там есть прямо ссылочки на iTunes, на Google Play, на Яндекс.Мьюзик, на любой... на любую витрину мира, и вот если вам это понравится, не откажите себе удовольствие послушать ее или приобрести. Александр Бар, «Обреченность».
остались из пепла и дыма. Те, кто воскресли под звуки войны, ищут свой дом, сами не зная, что все в этом мире обречены. К вершинам, но мало кто смог, потому что устал. А кто-то вернулся с победой миром, вдохнул этот воздух и больше не встал. Из пепла и дыма. В эфире «Рок-волна». Да, друзья мои, это «Рок-волна». С вами генеральный директор и продюсер музыкальной компании «Бомба Питер» Олег Грабко, который иногда работает по четвергам на радио «Шансон-24», для того, чтобы представлять вам хорошую, новую, актуальную сегодняшнюю музыку. Ну и иногда это музыка на языке вероятного противника, на английском языке. Вы сегодня слушали Дэвида Боуи, и надеюсь, что многим из вас это понравилось. И помяните его, лучшая память о музыканте – это купить его пластинку или хотя бы послушать, это очень важно. Ну а те, кто с нами, слава богу, еще молодые музыканты, мало кому еще, может быть, известные, они становятся более популярны, и без вашего внимания, без ваших
ушей, без вашего какого-то фидбэка, конечно, они никогда не смогут вырасти до небес, потому что нужна аудитория. Нет аудитории, и музыкант как бы сам в себя работает, это очень плохо. Для того, чтобы вы узнали больше о музыкантах, они приходят к нам в гости. Вот сегодня Александр Бар у меня в гостях. Александр Бар, мало того, что выпустил в конце прошлого года свой альбом «Обреченность», которую песню заглавную вы сейчас услышали, он вышел у нас кавер героем обложки журнала «Аудиоформат». Еще где-то в каких-то остатках магазинов вы можете найти, может быть, этот журнал, этот эксклюзивный уже номер. А 24 января в 19.00, не, в 20.00, в клубе в уютном, как называется он, уютный, ну, короче, это очень уютный магазин, бар, называется «Винила Скай» на Лиговском проспекте, «Виниловое небо», «Винила Скай» на Лиговском проспекте, дом 81, или что-то такое, сейчас я поищу адрес-то, 81, да, Лиговский проспект, 81, вход 300 рублей, Александр Бар и группа «Заземление», полным составом ты приедешь, да? Даст нормальный, настоящий живой концерт. Вот если так смотреть приоритеты, я всегда говорю, лучше, что вот, лучше музыку слушать вживую, живьем. Вот, вот музыкант, ты его слышишь, у тебя какое-то взаимодействие с ним, и для него твои глаза очень важны, твои там движения, там какой-то твой отклик. И это гораздо лучше, чем даже на пластинке. Надо на пластинке 90% успеха это звукорежиссер или продюсер. Хотя это, конечно, тоже вранье. Все-таки все самое основное – это как сама музыка, сама песня, сам артист. Но все равно как-то вот это такое уже приукрашенное, это можно всегда послушать и 10 тысяч раз потом еще переслушать. А вот это мгновение живого общения с артистом уже никогда не повторится, это мгновение. Поэтому не сидите дома. 24 января, это, по-моему, четверг, да, будет? Нет, стоп, это не это, это даже будет воскресенье. Воскресенье. Это воскресенье, выходной. Оденьтесь потеплее и бегите на Лиговский проспект 81 в «Винила Скайбар». Там будет живой концерт. Очень уютное место, прямо напротив галереи, на другой стороне от галереи Лиговского проспекта. Там продаются, кстати, и винил, там продаются компакт-диски. Там очень хороший бар недорогой, там кофе, чай, потанцуем, виски, текила. И живая музыка от Александра Бара. Саша, скажи мне, а что за состав у тебя сейчас, во-первых? Кто с тобой играет? Хорошие музыканты, кстати, очень хорошие. Музыканты хорошие. Альбом записывали, там действительно вообще звезды поучаствовали. Там и Андрей Каталкин на барабанах играл. И Симбе. Барабанчик Симбе, да. Ну, там очень приличные музыканты. Да. Поверьте, да. Просто поверьте, да. А с тобой кто приедет из Москвы? Ну, со мной приедут все, кто записывали. Единственное, конечно, Андрей, у него там будет концерт тоже. А он будет в другом месте, поэтому там будет Симбе, да, замена, немножко. Но тоже очень хороший барабанщик, легендарный старый барабанщик. Старый вот, барабанщик. Да. Знает, как держать палочки, за что. Я помню последний раз, когда ты приезжал в Петербург, помнишь, тебе нужен был барабанщик, я тебе предложил Игоря Чередника. Да, да. Мы, кстати, легендарный барабанщик. Спасибо тебе большое. Я, честно говоря, под впечатлением, потому что мы за кулисами немножко поиграли и отыграли настолько сильно, у нас это все получилось. То есть вы познакомились буквально за полчаса заранее, да? Ну да, вот сколько мы были в гримерке, это было потрясающе. Ну, Чередник, да, Чередник – это монстр. Когда у него было 50-летие, я помню, это был какой-то просто калейдоскоп групп, с которыми он играл. Он уже играл во всех ленинградских рок-группах. Теперь он играл в группу «Заземление» с Александром Баром, да. С московской группой сыграл. Расскажи мне, Саша, про твои песни. Вот в этом альбоме все песни очень разные, разнохарактерные, но они все-таки собраны за какое-то количество там времени. Там, я понимаю, что диапазон написания песен 20 лет, наверное, да? Ну, поскольку я давно этим занимаюсь, как-то вот иногда настроение возникает какое-то. Вот сейчас вот все эти военные действия, как-то вот они как-то рождают призвали к тому, чтобы записать более патриотичный альбом. Вот хотелось этого. Вот я прям почувствовал, что вот песня должна звучать, мне захотелось поиграть. Поэтому альбом такой получился патриотичный. Но вот в ближайшее время, я думаю, компания «Бомба Питер» опять-таки выпустит новый альбом. Перевыпустит, может быть, там... А, вот старый вот твой, то, что я говорил, да. Который сейчас переписываешь, да, просто? Мы сейчас переделаем. И там есть очень много хороших песен, которые сейчас очень популярны.
и которые мы сейчас играем постоянно на концертах, и в Питере мы многократно. Есть песни, которые прям просят. Причем в Москве просят одни песни, в Питере просят другие. Я просто был удивлен. Мы играли когда с группой 7B, где-то летом, в июле. В зале ожидания, да? Да, в зале ожидания. Я хочу сказать, мы сыграли... Все, там нас хлопали, встречали, это уже не первый раз, мы уже приезжаем, и, как говорится, большие концерты такие у нас. И тут потом мне пишет девочка, такая расстроенная, причем я чувствую, что это честно она говорит. Я пришла специально послушать ту песню, которую я вот слышал, там «Река времени», и вот вы, а вы не играли, и я так расстроен, я даже не знаю, вот так... И я думаю, да. И причем в Питере вот эту песню просят. Я не буду играть, наверное, вот, чтобы оставить... На концерт сыграем, да. А сейчас может быть, кстати, вот у нас про 17-е, не знаю, вот стоит. Скажи, конечно. Так получилось, что с 17 числа, то есть буквально это вот совсем, в это воскресенье. Да, в это воскресенье ближайшее. Я буду играть вместе с Грей Чайником в клубе Манхэттен. Я немножко сыграю. Это но... «Дороги меняют цвет» группа. Да, «Дороги меняют цвет», да, Грей Чайник. У него день рождения, вот 15-го. И вот мы будем отмечать здесь в Питере 17-го. Он же с Украины, ты из Москвы, да, да. Отмечать будете в Питере. Да, отмечать будем в Питере. Это приятно. Да. Поэтому, если у кого никто не знает, что делать 17-го, какой зал, где там? Манхэттен. Клуб Манхэттен. Это там, где будет «Бомба Питер» 1 февраля отмечать свой юбилей. Да. Фонтанка 90, угол как Гороховой и Фонтанки. Ну, значит, акустика будет, да. ДМЦ и Александр Бар, да. Совместный концерт. Там да? Еще кто-то будет, но это друзья такие. Наши. 17 января. Ребята, приходите, погрейтесь музыкой. Кстати, ну я уж тогда быстренько скользко скажу, что 17 января будет еще два замечательных концерта, три даже замечательных концерта. Потом я еще раз проанонсирую. Дело в том, что в этом году случилось два юбилея у моих очень близких друзей. Это Саша Чернецкий, группа «Разные люди». 10 января отметил свой полтинник. И 17 января в клубе «Аврора» он собирает всех друзей, там будут все, кто как-то любит разных людей, кто играл с разными людьми. Саша Чернецкий всех приглашает. Клуб «Аврора» — это Пироговская набережная, недалеко от Финляндского вокзала. А в клубе «Джаггер», что на площади Конституции, будет с другой, очень мой хороший близкий друг, музыкант Стас Березовский. Кто-то помнит его, наверное, в составе группы «Сплин», но он там уже несколько лет не работает, но зато он работал с Женей Любич, работал с Леной Т, Березовский оркестра, а сейчас у него супергруппа «Юность злодеев». И, кстати, Стас был уже, по-моему, не раз у меня здесь в гостях, так что приходите 17 января либо на Пироговскую набережную в «Аврору», либо на площадь Конституции в «Джаггер», и два юбиляра в вашем распоряжении. Я могу сказать, что у Стаса более, может быть, выгодное положение, потому что вход бесплатный мы придумали. Там для вас все. Музыка, а с вас только ваше, так сказать, желание, ваше присутствие. Ну, а у Саши Чернецкого, конечно, там какие-то стоимости билетов, наверное, но я не думаю, что это очень сильно дорого. И будет еще один концерт, тоже 17 числа. Он такой благотворительный. Антон Слон по фамилии Иванов делает 17 января в 18:00 в Колизее фестиваль «Гроза 5». Это называется он «Сила в правде». Музыкально-поэтический фестиваль в поддержку священника Глеба Грозовского, которого, ну, в общем-то, как известно, среди широкого круга людей пытаются необоснованно осудить в чем-то. В кинотеатре «Колизей», Невский проспект, дом 100. И участвовать в этой акции будут такие люди, как Слава Бутусов. Я смотрю, тут у нас Маша и Медведи, Сергей Рогожин, Митя Шагин и так далее. Очень много. Ну, естественно, группа «Лунный пес», которую возглавляет сам Антон Слон Иванов, Люся Маринцова и другие. Так что приходите, это в Колизей. 17 января, представляете, сколько событий? Александр Бар в Манхэттене, Саша Чернецкий в «Авроре», Стас Березовский в «Джаггере» и Бутусов и другие в кустах. Да, да. Какую песню мы сейчас поем? Ты хотел песню какую-то старую, хорошую, знаете, очень, с первого альбома. Есть песенка популярная, «Красота» называется. Ну, просто песня «Красота», я вот ее сыграю сейчас, наверное. Давай. Thank you.
отрыв от земли. В это мгновенье целая жизнь. Дай мне сказать тебе, дай мне взглянуть в глаза твои. Я назову твоим именем города, назову твоим именем облака, назову твоим именем красота. Откроется дверь в другой мир. Ты прыгнешь, я вслед за тобой. Дай мне сказать тебе, дай мне взглянуть в глаза. Назову твоим именем моря, назову твоим именем облака, назову твоим именем красота. Александр Бар у нас сегодня в гостях, песня «Красота» из неизданного еще будущего, наверное, альбома. Ты будешь переписывать, да, какие-то песни старые свои. Но а скажи мне, ну а есть ли смысл надо вообще переписывать старые песни, когда новых много хороших? Или вот? Как говорят, новые альбомы пишут те, у новые кого нет старых хороших песен. Это полковник говорил, новые песни пишут тот, у кого старые плохие. Да-да-да. У тебя вообще, у тебя сколько сейчас песен примерно ты так занимаешься таким подсчетом? Раньше я там... Занимался, когда их было 10? Нет, когда их было там песен 100 было. А потом уже запутался уже. Как-то есть же песни, которые как-то близкие, они как-то живут дальше, а есть песни, которые... Спокойно. Стол она написалась и легла спокойно в стол. И, кстати, иногда бывает так, что они всплывают. Ну, видимо, песенки. В каком-то контексте, да? Да, ну, вдруг вот хочется что-то вот прям... Потому что в каждой песне есть что-то такое, какая частичка души какая-то. В принципе... Ну, это как маленький твой ребёночек. Как-то такой, раз, да. Вдруг ты вспоминаешь об этом ребенке и вот воплощаешь это в какой-то новый альбом, например. Ну, всегда радостно, конечно, да, когда у тебя получает уже альбом, ты держишь его в руках, конечно, трепет какой-то, я представляю. Ну, да, рождение ребенка, в общем-то, это, наверное, тут... сродни по эмоциям. Да. По ощущениям, по ожиданию. И хочешь, чтобы больше людей поделилось с тобой этой радостью. Скажи мне, пожалуйста, а у тебя вот, ну, ты сам пишешь слова и музыку, а есть какие-то такие кооперации, где ты пишешь на чужие слова или с кем-то, может быть, написал что-то? Или ты сам себе режиссер? Нет, в принципе, нет. Я все делаю в основном сам, по настроению. Есть там гитарист, с кем я работаю, который как аранжировщик делает. Да, он что-то меняет там. Но, по сути, я так слушаю, когда песни, мне кажется, вот они как были, так они это практически все время остаются в какой-то в такой форме. Вот есть песни, которые мне почему-то хочется там с кем-то спеть. Там мы с Ваней хотели там одну песню сделать. Не знаю, сейчас у тебя тандем случился в конце прошлого года. Да, вот мы с Мариной Черкуновой, группа Total, да, мы записали с ней на песню «Молюсь», которая вышла в этом новом альбоме «Обреченность». Мы записали с ней дуэт.
который, вот не знаю почему, вот просто я эту песню слушаю и понимаю, что надо спеть с кем-то, и причем одновременно приходит мысль с Мариной, потому что мы с ней как бы дружим, как вот Симбе, Марина, вот как мы вместе одна тусовка такая. И, соответственно, я ей просто позвоню: Марин, давай запишем. И она мне говорит: давай. Я песню послушаю, ей понравилось, и мы записали песню. Я думаю, в ближайшее время мы ее опять-таки сделаем. И вот... Она выйдет обязательно сингл на лейбле «Бомба Питер», вы ее услышите. А сейчас у нас в студии есть... А можно, кстати, можно ее послушать. Давай поставим сейчас, да, молюсь, я думаю, в твой первый, в оригинальном варианте, как ты сам спел. Скажи мне только технические вопросы. Вы же переиграли всю полностью фонограмму или вы взяли минусовую? А, нет, там немножко переиграно. Там добавлены, да, клавиши немножко, чтобы это было что-то, пересечения были с группой Total, чтобы, ну, как более органичный, чтобы это был, чтобы это дуэт. Марина узнаваема была тоже, да, как реально это равноправно с тобой, конечно, дуэтом. Конечно, давайте послушаем песню, где Александр Бар поет ее сольно. А когда выйдет? Наверное, где-нибудь в феврале уже выйдет, да, сингл? Да, это все, уже докашляем, как говорится. Друзья мои, на сайте бомб... А? Молюсь. Александр Бар. Нет ее там? Ой, сейчас, секундочку, техническая заминка, тогда мы сейчас ее прям поставим с пластинки. Сейчас нам Александр Фрумин ее воткнет. Вторая, а? Ой, Аркадий Фрумин, извините. Аркадий Фрумин воткнет ее в плеер. Вот что значит прямой эфир. Да? В прямом эфире творятся чудеса. Я хочу сказать, что сейчас очень много вышло синглов. Чуть после этой песни я вам представлю несколько синглов, которые вышли уже на лейбле «Бомба Питер». И вы можете спокойно найти их через поисковик, либо на сайте «Бомба Питер» всегда есть информация о вновь выходящих. Второй трек. Вновь выходящих релизах. И у нас есть такая политика. Мы выпускаем в основном сначала сингл, потом выпускаем... Оставь себе. Это будет подарок. Да, подарим? Да, конечно. Аркадию с автографом. Друзья мои, Александр Бар, альбом «Обреченность», второй трек «Молюсь». Я умираю в душе, мне не ясен ответ, почему я там, где дела мне нет. А реки текут вниз, я иду вверх, я бы сошел с пути, но и я не из тех, кто смотрит назад. И я молюсь за тебя, я слышу голос твой, и я живу для тебя. И я молюсь за тебя, я слышу голос твой, и я живу для тебя. И я иду за тобой. С тобою вдвоем, к несчастью, друзья, мы зачем-то идем, не знаю куда. А я прижался к земле, я хотел на ней жить и ходить босиком по просторам ее. Да не дано. Я слышу голос твой, и я живу для тебя. И я молюсь за тебя. Я слышу голос твой, и я живу для тебя. И я иду за тобой.
Я умираю в душе, мне не ясен ответ, почему я там, где дела мне нет. А реки текут вниз, я иду вверх, я бы сошел с пути, но и я не из тех, кто смотрит назад. И я молюсь за тебя, я слышу голос твой, и я живу для тебя. И я молюсь за тебя, я слышу голос твой, и я живу для тебя. Это «Рок-волна» большой силы. Да, друзья, это «Рок-волна». Сегодня в гостях у нас московский гость, ария московского гостя Александр Бар, группа «Заземление», представляет свой первый, ну, в общем-то, это не первый, это второй альбом, но на лейбле официально изданный первый альбом, называется «Обреченности». Вы спокойно можете найти его через любой Google. Google вам в помощь. Набираете Александр Бар из «Заземления» «Обреченности», находите все витрины, потому что он вышел на всех цифровых витринах мира, которые возможны: Google Play, Fuzi.ru, MP3.ru, все возможные платформы Samsung, Sony Ericsson и iTunes, конечно. Ну, а если вы хотите услышать его вживую, увидеть его, этого человека, пообщаться с ним, то можно прийти на концерт 17 января в Манхэттен, где он будет выступать вместе с лидером группы DMC и какими-то другими гостями, да, ребята будут отмечать день рождения. Гречайника, да, да, Андрей Гречайника. А 24-го, следующего воскресенья, вы можете прийти в уютный винило-скай-бар на Лиговском проспекте 81 и послушать целиком электрический бенд Александра Бара из «Заземления». Саша сегодня у нас в гостях, и я хочу еще спросить тебя о том, что вот ты вот много ездишь, много путешествуешь. Да, я люблю природу. Ты любишь, ты сейчас говорил, что у тебя вообще ты живешь за городом. Очень люблю природу. Это, наверное, самое главное в жизни моей, это вот свобода. Я очень люблю горы. И прям вообще каждое лето жду, когда я пойду в очередной раз в поход с палаткой на неделю. Один или с компанией? Обычно ходит, по-разному, скажем так, не больше трех человек, угу, в такой компании. Два-три человека. Ну и безопасное, как бы такое оптимальное количество людей. И нету лишних людей, которые там устают, утомляют. Да. И без женщин, конечно же, надо ходить такие походы. Отдыхать надо. Нет, ну просто либо их нести там всю дорогу, либо как бы идти куда-то там. В общем, Александр свободный человек. Он любит свободу, природу, горы. И ты утомляешься от города, да? Я не очень люблю город. Я вообще не понимаю, зачем он нужен, когда можно спокойно жить у себя дома, заниматься хозяйством. Ну и там больше приходят, наверное, все-таки мысли. Ведь творчество – это, ну, такое созерцание. Ну, я, суете невозможно, наверное, растворить. Скажем так, написать песню после того, как ты прокатился там в метро или посмотрел канал, там нереально, не буду, да, говорить, какой канал, дабы не рекламировать. Вот, не то, что нереально, это просто будет жалкое подобие творчества, поэтому. А творчество – это когда твоя душа отдыхает, когда ты где-то летишь. Когда ты разговариваешь с небом. Когда проснулся вот, утром, взял гитару, и что-то родилось. Причем ты не написал это, оно родилось само. Просто вот, откуда-то изнутри. Да, вот записал слова, и молодец. Спасибо тебе, что проснулся сегодня, не зря прожил. День. Друзья мои, видите, свободные люди рождаются на свободе и плодятся, и творят только на свободе. Поэтому будьте свободны, не сидите дома, не смотрите телевизор, выключите в эти информационные каналы, ток-шоу, телефоны в сторону, да. И лучше слушайте хорошую музыку или пойте, или общайтесь друг с другом. Московская группа тоже великолепные ребята. Поэт Илья Полежаев, мой хороший приятель. Более того, он еще и писатель, написал книгу недавно, я его представлял в эфире здесь. Группа «Свободный полет» существует уже 20 лет, тоже он примерно твой ровесник. Написали уже безумное количество песен, выпустили огромное количество альбомов. Все альбомы переизданы компанией «Бомба Питер» в течение двух последних лет в цифровом формате на всех цифровых носителях. Ну и мы еще на физических дисках выпускаем эту группу «Свободный полет». Выпустила альбом «Прошлое», «Настоящее», а сейчас готовится, в этом году выйдет альбом, отгадайте с одного раза, как он будет называться. Как? Будущее, правильно.
Очень предсказуемо. Очень предсказуемо, да. Мы хотим сделать потом такое фирменное издание, будет триптих, весь этот в красивой фирменной коробочке. И я очень надеюсь, что где-то к весне уже появится и альбом будущий, и, соответственно, вот это вот подарочное издание. Поклонников у этой группы достаточно много, и группа часто концертирует, гастролирует и выпускает новые песни. Сейчас хочу представить вам песню, которую они написали буквально в канун Нового года, и уже сегодня... Сегодня какой у нас? 14 января. Уже сегодня успели прислать мне ее, и мы выпустили ее синглом на iTunes и на всех цифровых носителях. Это песенка из будущего альбома, который будет называться «Будущее». Называется она «Джимми». Группа «Свободный полет», город Москва. Я, кстати, не успел ее послушать. Засыпающий в природе, о том, что осень впереди, о том, что Лондон сердцу тесен, что очень скоро ты уйдешь и не напишешь новых песен и старых снова не споешь. Сыграй мне, Джимми, я же знаю, что он с тобою говорит и через ноты посылает послание любви. Сыграй мне, Джимми, о Вьетнаме. Сыграй, о чем душа поет, о тех, кто будет вечно с нами. Кто знает, Джимми, тот поймет. Сыграй мне, Джимми, о вселенной, о звездах, тлеющих в ночи, о том, что солнце неизменно, пускай гитара прокричит. Сыграй мне, Джимми, я же знаю, что он с тобою говорит. И через ноты посылает свое послание любви.
«Рок-волна». Да, друзья мои, это «Рок-волна». С вами генеральный директор и продюсер музыкальной компании «Бомба Питер», который уже 22 года плодотворяет этот мир хорошей музыкой. И я надеюсь, что мы еще будем столько же и больше, наверное, заниматься этим делом. Пока существуют музыканты, пока жива музыка, я думаю, что мир будет прекрасен. Главное, мне кажется, чтобы мы творили добро, а не создавали какое-то новое оружие уничтожения друг друга. Но, к сожалению, как-то тенденция немножко идет в другую сторону, мировая. Но мы не будем сегодня о грустном. Сейчас группа «Свободный полет» спела вам песню «Джимми». Наверное, те, кто в теме, узнали гитарные ходы великого Джимми Хендрикса. И как-то сегодня вся программа, вот я сейчас Саша сказал, как это немножко посвящение у нас было. Мы помянули Дэвида Боуи, потом песни посвящения Цою и многим другим русским рок-музыкантам. Сейчас вот «Свободный полет» с Джимми. Хочется чего-нибудь такого радостного, более ха-ха-ха какого-то, да, оптимистичного. Ну, сейчас Саша пока готовится. Я все-таки попросил его еще спеть еще одну песню сегодня живьем, раз уж он с гитарой. Да. А я хочу сказать, что у нас еще будут интересные концерты в ближайшее время. Default City тоже, кстати, москвичи. В это воскресенье, 17 января, в клубе «Манхэттен». Ах, вот оно что! А я такой сижу, смотрю на рекламу. Да. А там огромный сольник Default City, презентация сингла «Нелюбовь». Специальные гости будут Вадим Рем, Павел Горский из Йемена. И, судя по всему... И все это будет, мало того, все это будет на нашем же мероприятии. И там будет Александр Бар. Там будет Александр Бар, там будет Грей Чайник. Там, ну, это сложно объяснять, как так получилось, но так получилось. Это слушайте, будет... как много совпадений. Я даже сам только в студии здесь об этом узнал. В одном месте будет все. Похоже, все меридианы сходятся в Манхэттене. Да. Кстати, Default City выпустили как раз сингл «В нелюбовь» вот накануне Нового года. И опять же на лейбле на «Бомбе Питер». Неожиданно, правда? Напоминаю еще раз, 50 лет Стасу Березовскому в «Джаггере», 50 лет Александру Чернецкому в «Авроре». А в зале ожидания 30 января самые пассионарные, самые мобильные, самые веселые дзен-панк-рокеры мира, трио «Скворцы Степанова», будут показывать свой знаменитый мюзикл «История Петра Петрищева» и «Антиматерия». Это первая в мире дзен-панк-опера. 30 января в клубе «Зал ожидания». Рекомендую не пропускать, потому что это шоу, которое must go on. Ребята не так часто показывают, потому что достаточно это сложно собрать столько музыкантов. Там же у них в этой рок-опере задействованы звезды русской рок-музыки. 30 января в клубе «Зал ожидания». Ну а, кстати, еще хорошая новость. В конце прошлого года я увидел афиши и списался с моими друзьями из группы «Король и Шут». Все подтвердилось. 6, 7, 8 или 7, 8, 9, смотрите, в ДК Ленсовета будет тот самый знаменитый мюзикл «Тот», над которым Миша Горшенев работал последний год своей жизни. И, к сожалению, он не смог сыграть в нем, только были прогоны спектакля. А сейчас этот мюзикл долгое время шел в Москве, и наконец-то он приезжает к нам в Петербург. И я считаю, что пропускать это, конечно, категорически нельзя. Просто потом будет стыдно за бесценно прожитые годы не посмотреть мюзикл «Тот», который, в общем, кровью и потом Миши Горшенева и его друзей из группы «Король и Шут» создавался. Ну, Саша, ты готов? Да, мне кажется, родилась идея, что сыграть. Я решил сыграть песню, с которой началось наше сотрудничество с компанией «Бомба Питер». Это песня «Времени нет». В охоте она была у нас. Да, она была в охоте, так что я ее, собственно говоря... «Времени нет», поехали. Старый город, ты заглянул в ее окно, тебе все ясно и знакомо, и для нее не все равно, но времени нет, и не осталось время на то, чтобы молчать. Время
легкий ветер. Разбудит сердце твоем жизнь, кого хотел, того ты встретил. Скажи себе, остановись, ведь времени нет. Осталось время на то, чтобы молчать. Времени нет. Времени нет. Александр Баров в гостях у «Рок-волны», и он напомнил, что времени нет, времени очень мало. Аркаша, сколько нам там осталось времени? 7 минут, так что времени немного осталось. Скажи мне, пожалуйста, вот ты, может, еще одну песню твою поставим, да? Да, может, давай. «Хибины»? Вот ты любишь путешествовать, не, а она, ну, нет? Какую? А что у нас там есть за песня? Можно альбом в руки взять? Пока Саша думает, какую песню нам поставить, я немножко расскажу. «Над городом ночь», которая, в общем-то, да, «Над городом ночь», точно. Да, «Либо любить». «Над городом ночь». Эта песня прозвучала в фильме «Рок-волна. Часть третья». Александр приезжал специально в Питер, снимался, и даже вот обложка, которая на аудиоформате, это в клубе А2, да, сделана фотография? Ну, практически. Практически. Вот. Друзья мои, «Рок-волна» будет в этом году, в 2016 году уже 4-й, 30 мая мы ее снимаем с Фруминым там же в клубе А2, уже очень много музыкантов стоят там, прямо топают копытом, когда же начнется эта съемка. Я рекомендую, посмотрите предыдущие. Первая «Рок-волна» была интересна тем, что там, ну, во-первых, она была очень трепетная, потому что это было первое вообще проникновение на территорию шансона рокеров, и такие группы, как «The Tell», «Скворцы Степа», «Пилот», они, конечно, порвали там все, по-моему, просмотры, хит-парады. Веселые ребята «Sound Religion» из города Риги спели песню про мужики. Вторая «Рок-волна» была более такая разнообразная по диапазону. Там был фолк-роковый коллектив «Йога», там была Инна Шумилина, замечательная девочка, там были хард-рокеры из города Таллин. Unreal, великолепный такой мальчик по имени Ян Дроздовский, Young проект называется, это такой депешмот русский, пел он на английском языке. Ну, разные люди украсили вторую «Рок-волну», а третья «Рок-волна» — это Александр Бар, это Юлия Коган, это «Площадь Восстания». Все «Рок-волны» интересны тем, что там в одной программе очень большой диапазон впечатлений, очень большой диапазон стилей. В общем, чем и славится промо-сборник «Охота», который совмещается с «Рок-волной», еще только в визуальном уже плане, что мы не приемлем никаких границ, мы все свободны в своих творческих поисках, и я считаю, что любая музыка достойна жизни, достойна публикации, кроме скучной и которые вызывают какие-то неприятные, бездушевные. Да. Вот такую музыку мы не любим, и не публикуем, и не популяризируем, и не издаем. А все остальное, пожалуйста, welcome, лишь бы это было профессионально и от сердца. Давайте послушаем «Над городом ночь». Саша сказал, что опять же эта песня посвящена как-то Петербургу, да, я так понял? Ну, это питерская песня. Питерская песня. Видите, да. Воронежский человек, москвич с питерскими корнями. Живет в лесу. Живет в лесу. Наш человек. «Над городом ночь», Александр Бар, группа «Заземление». Колыбель, и все уйдут спать.
откроются двери наших подвалов. И тени выйдут из них танцевать. Над городом ночь, который это «Рок-волна» большой силы. Друзья мои, «Рок-волна» заканчивается в этот четверг, но она продолжится в следующий. «Рок-волна» будет накрывать вас каждый четверг. А если кому интересно, всегда на сайте «Шансон 24» вы можете послушать любые все программы, которые были записаны за эти уже скоро будет 2 года. Сегодня у нас в гостях был московский гость группы «Заземление» в лице Александра Бара, лидер и автор всех песен этой группы, участник многих промо-сборников «Охота», «Рок-волны» части 3, и, может быть, следующих каких-то будет еще «Рок-волн». И он представил сегодня свою пластинку «Обреченность». Ну, Саша, да? Хорошие тебе дороги в Москву, хотя ты не едешь в Москву ненадолго. Я, да, скоро. А в воскресенье ты возвращаешься, и в клубе «Манхэттен» вы можете увидеть его вживую еще раз. А 24-го в клубе «Винила Скай» опять же будет целый сольный концерт группы «Заземление». Приходите, не пожалеете. Да. Ну, я с вами прощаюсь еще раз. Мир, любовь всем. Мир, любовь. И плюшки всем вкусные. Да. Аркадий, поставь нам на коду группу «Юность злодеев». Это Стас Березовский, 17 января он будет отмечать свое 50-летие в клубе «Джаггер». И да пребудет с вами Google. Все вы найдете, что надо. Головы.
простое. Прячусь от взглядов, невдомёк твоим принцам, тебя мне не надо. Я продолжаю путь к луне, листвы. Накорми меня хлебом, знаю, знаю, скоро обрыв у зеленого моря, дальше, дальше, чтоб утонуть.